вот он сейчас опять тоже отправил. А? Что это, подожди? Нет, это не надо. Вот зачем это? Это горячее, это позже еще. Хорошо, скажи просто, писал. Сказали все забрать, я просто все забрал. А действительно как это? Все проголодались, да? Тартар из лосося, с авокадо, сыром креметто и подушка креветочные крекеры. Креветочные крекеры, ребята, кто думал? Вообще, догадаться невозможно. Где этот у меня? Можно маленькую ложечку? Леш, включи все, пожалуйста. Это икра лайм и манго. Да, это манипулятор. Икра из лайма. Икра из лайма. Света достаточно? Я могу вот этот прожектор повернуть. Включи его. Включи. Давайте еще раз поаплодируем на Римана. Это просто великолепно. Какие-то огромные. Все будет идеально. Чтобы еще были лепестки роз, это, конечно. Да, это так как у Юлианы день рождения. Я хочу поздравить с днем рождения. Да, можно без этого. Да, да, нас. Меня все слышат. С днем рождения, и вот такие лепестки роз специально для вас на день рождения в оригинальной подаче для Юга. Даже розы не те. А съедобные розы? А нет, все съедобные. Там пару штук. Сейчас можно обойти и так сделать. Али. Сейчас будем целоваться, а? Да. Сейчас будем отдавать. Теперь можно подавать. Подавать. А вы? Вот так вот новый формат. Это день рождения в стиле гастроужина. Так накрываю, рассказываю, что мы приготовили. Это просто идеально, ребята. С вами я, Нариман Шеф. Маленькая кухня. Небольшой ресторан с огромным сердцем всегда ждет. С вами я, Нариман Шеф. Все будет идеально. Вася красавчик. Нариман красавчик. Так, ну сейчас мы будем отдавать салат. Спасибо.
Салат. Салат из киноа, авокадо, микс салата, малиновый соус и свекла с чесноком. Попробуем такой вариант именно нашего салата. Все авторское, все было быстро написано, задумано, поэтому пробуйте. Все подбирали, все подбирали.
Другой прописал. Больше сделал, чтобы это суховато не было. Прекрасное горячее. Вот, я вижу здесь ананас. Вот, и вижу мясо. Очень вкусное мясо. Нариман, что ты можешь сказать про это? Да, я сейчас скажу. Хорошо. Да, здесь у нас, значит... Одна минутка внимания. Здесь у нас мы выбрали, я уже делал именно такое блюдо, и оно вообще пользуется большим спросом.
Это блюдо медальоны из телятины с жареным ананасом, с пюре из батата. Это такое сочетание очень интересное, с грецким орехом и киноа. Я хочу, чтобы вы попробовали и, конечно, насладились, получили гастрономический оргазм. Здесь у нас пюре, да, пюре из батата, приготовлено по особому рецепту. Оно отваривается, проходит небольшую ферментацию в вакууме. И это все сделано, знаете, с таким вообще, что это будет просто невероятно. А знаете, почему это да. все? Потому что все и... Потому что все идеально. Всем приятного аппетита, хочу сказать. Пробуйте, наслаждайтесь. И у нас еще будет одно горячее. Оно там. И на второе горячее у нас будет сырнее. Это казахское национальное блюдо. Так как я сам с Казахстана. И это будет национальное блюдо сырнее. Мы подадим. Снизу будет гореть небольшой огонь, чтобы поддерживать температуру. Это баранина, томленая, собственно, соку с картофелем. Поэтому да, пробуйте, наслаждайтесь. И здесь, так как очень много здесь просят прожарку well done, мы сделали прожарку well done для вас всех, чтобы не ограничиться, например, кто-то хочет без крови, кто-то без крови, мы сделали well done прожарочку, поэтому приятного аппетита всем. С вами я, Нариман Шеф и наша команда. Спасибо.